трэш, идем чистить. А Кирс зайдет или что это? Не понял. Че, он лохнулся? Кто знает. Я же сказал, через 10 минут подойду. А, ну давай. Угу. Тут по работе, дела просто. Типа ни одного кота нету у нас. Но. Ёбаный в рот. Врать большой. Два дела типа надо. Твоя сила на исходе, древнейшая. Скоро ты присоединишься к своим друзьям. Лёха, чё ты пойдёшь? Сейчас тут еще минут делами разбираюсь. Надеюсь, что не придется никуда отъезжать. Это мне два слота надо. Если просто отца взять.
Для начала Келя добить. Подойдет попозже. Объем пончик. Да тут уже даже чистить начали. Уж миников убьем. Чтоб Халион один стоял. Короче, один слот. Кель попроще, а потом раз. Что-то подойдет. Там сзади подойдут. Вчера Шрей задержал. Пончик там, наверное, отсыпается. Да он в рейде. Пришел? А ты если что, в этот рейд ДКшкой пойдешь или кем? Ну да, ДКшкой, кем еще? Зачем ты с пула? Ты пятым ударил, Драга. Вывернулся, хотел, да не получилось. Драгон, сам 274, а я не танчу. Горите в огне хозяина. Я начал танчить, когда увидел, что он в рейд повернулся. Дайте там лапу инту.
вас я бы долго не продержалась. Здесь произошли страшные события. Где япончик? Там ответственный человек на касках. Мы было сильнее просить. Ну кто там в 10 кричал, я раздам каски, вот пускай раздает. Да ритуал призыва сделать просто. Драгон, дай сам каску, блядь, по себе хотя бы. На кому каску давать? У всех каски есть, у меня пока. Ребят, сейчас я быстро один вопрос решаю, я с вами. Что, мы летим на Келя и все ожидаем? Сейчас посмотрим. А что япончик говорил? Через 5 минут подойдет? Что-то он говорил, я с вами так. Решают. Лёха, видишь рейд? Ну да, и чё? Вот, короче, в тьме вон два ретрика, один ШП, один лог и фарада. Ну это я его сейчас добрал. Надо кого-то в тьму закинуть. Или так оставить. Короче, сейчас я полностью все переформирую. Просто отец шестой хил. Не любовник. Пока в танке. Что, что танчит? Ну, я с коватом, как обычно, коват тьму, я свет. Карина что делает? Карину я это в нишке хотел. Чтоб свету дамажила. У нас дохуя миликов. Миликов дохуя. А ее если в хила, у Шторы и Луциня. Только хилы получается. Луцини еще мишка.
Так, был бы ДД какой-то. Поэтому... Тьму танчит. Тьму танчит. Ты свет. У второго ретрика, типа, наверное, да? Она легенд заебись будет. Просто отец, короче, он шестой хил, он не хилил. Вот, не знаю, шестой хил есть смысл брать. Я думаю, вот эти пять захилят. Кова там в ретрике в тьме с япончиком так точно захилит. Просто с денчиком свет захилит вообще налегке. Малдазар, дохнуть будешь, нет? Да нет. Тут как в обычке же. Только трэш выходит, да, получается? Тут как в Гере, дамаг больше. Ну вот, или какой-то ДД плюс, или просто отец хил. Третий, типа. Шестой. Да нет смысла тут в шестом хиле. Ну я тоже так думаю. Короче, это Денчик. Ням. Луцин будет тьму-то этот хилить. Просто шторы будете хилить. Плюс, если не будет свету хватать, тогда буду спекать япончик. Не будет хватать, не буду. Да. Нет, да? Все правильно. Еще одно. Да, возьму. Получше всего. Более кладбом. Так, короче, это тост броня зачетно. Вы в свету большого напуливаете на Лойда и бьете, грубо говоря, да. Резист, мяка, Малдазар играется с Энджи. Тоже по большому. И плюс трэш. Два прим фростмага должны трэш заливать за себя. Так, плюс есть у нас Вульф, я Нурглет. Это Вульф напуливаешь, короче. Большей степени на Нурглета плюс можешь любого на нас напуливать будет все равно похер. По поводу трэшака, если трэш на танк, пока тут Энджи стартфол будет отдавать, чтоб трэш шел. Почему у нас хилит Денчик, Ням и Луцин? Тьма первая группа. Первое. Плюс хилов, которых назвал. Плюс Карина. Включите кто-нибудь в стриме, я тактику посмотрю. Ты говоришь, тьма первая группа, да? Да.
Ну что, не первая в руку? Коватый вред. Малдазар. В скольки процентах босс переводит на вторую фазу? Не знаю, на 80, наверное. На третью фазу. На 40. Иди учи тактику. Открываю сейчас, блядь, видос, тебя две пока все курят. Все две минуты посмотрим. Это Лех, а кто будет заходить на вторую фазу? Шторы или я? Кто? Втроем. Он имеет в виду в тьму, кто будет заходить. Ну пускай шторы ходит, ладно. Окей. Давай сейчас. Так, ну вот ты че? Лёх, саппроты в ячейку закинь, если доступ есть на ДКшке. ДКшке. Я не рассчитывал, что я сегодня буду. Так, короче, по поводу нюансов. Чтобы было, блядь, чтобы все вспомнили, блядь, по крайней мере. Первая фаза. Два метеорита должны переводить. Дальше. Следующий нюанс. Мы трэш сливаем, все находимся кучнее. Милики под боссы не лезем. Метки строго выносим назад. Плюс диспелим. Кто может сам себя диспелит, кто не может диспелит, там, хилы в приоритете. То есть, свету проще, если будет там секунда диспелит. Во тьме, если что, диспелит денчик. Следующий нюанс. Заходим во тьму. До первого лезвия, блять, можете босса не бить вообще. Типа, встаньте на лезвие, чтобы никто не сдох, блядь. Просто отойдите от босса. Повернули, прошло первое лезвие, начинаем бить босса. Бьем, смотрим за процентажом. Если 52%, примерно стопаем. То есть, ждем лезвие и на лезвие начинаем переводить. Дальше. Выходим. Так, появляется третья фаза. Свет в свет идет, тьма остается. Тьма, пока свет выходит, стопает дамаг. Надеюсь, это понятно. Свет вышел, начинает дамажить. Основной нюанс. Ханты обязательно на пул больших и РДД, которые находятся в свету, обязательно их сливайте. Плюс по поводу мелких. Чем быстрее сливаются мелкие, тем проще всем. Плюс смотрите за процентажем босса. Чтобы не было такого, что там 80% материальности. Не положите танк. С учетом того, что у нас в свету 2 хила, с учетом этого, у нас типа ДПС немножко больше, поэтому по боссу надо быстрее. Во-первых, у нас 2 танка, 5 хилов. Это позволит, чтобы было больше ДПСа у рейда. Но опять же, смотрите, блядь, что вы делаете. На первой фазе, блядь, не дай бог, кто-то от метеорита, блядь, не сможет убивать.
Я вообще этого не пойму. От метеорита? Что от метеорита этот? Когда босс пуляется, тотем мы не ставим. И, короче, первая группа плюс третья группа идет туда, подальше, становится с той стороны, бьет. Вторая, четвертая с этой стороны начинает, чтобы выиграть немного больше дома у босса. По поводу диспелов тоже не слакайте. Будете слакать по поводу диспелов, будет все печально. Кого ты там в этом? Во тьме, если что там, видишь критические ситуации, будешь давать возложение по танку, если что где-то. То же самое и пончик. И то, если что там, совы тоже смотрите. Если вы видите, что там танка хилы не поднимают или, блядь, что-то еще, то помогите. Хилкой какой-нибудь выните на панель банально. Выпейте все фласки на урон. Исключение тьма. Тьма пьет на сопрот. Там только 5 ДД в тьме будет, да? Да, 5 дамагеров. Леш, если я в шипы... Если надо будет кого-то туда свичнуть, я свичну. Пока что. Ты кончик, дай пристабав. Слышишь, Леш, если я в шипы и в тьме... Может быть, не Денчик, а я по дисплею. У меня это... Я надрочился, когда на прошлых траях долго сидел. Смотри, его разгрузим чуть-чуть. Мне без разницы, кто будет повезел это делать. Пристабав, давайте рыбу ставлю. Иная. Дамаг очень сильно решает на этом боссе. Под дерево сидят. Второе дерево пускай садится. Даю проверку. Все готовы и выйдем, босс. Этот мир вот-вот соскользнет в бездну. Выйдет. Вам выпала честь узреть начало эры разрушения. Подальше от босса отойдите. Смотрите, куда идет лужа. Лужа выбежит. Трэш. Босса бейте, трэш его ешь. Турблеты надо бы... Что вы сливаете, Карина?
зубы. Что, что ты делаешь? Зачем ты заходишь, блять, даже в лето? Заходи. В смысле, я его повернула. Чё он не... А, нет. А, ну под дыхание, ложитесь. Ложитесь. А чего еще два человека сдохло? Парада, чё ты сдох? Они зашли раньше времени. Нахуя вы заходите? Табом выделяем оба. Пора начислять, походу. Чё на рубле тут? Фулпак мобов словил огром. Просто я не сложил. На пульвой лучше на... Я в Владе больше живу. Иди с Джифса, кто там на мотоцикле? Рыба стоит. Мяка, чё ты посмотри. Лежишь? Иди. А там надо было стопнуть просто, у меня тоже типа сотка была. Я перестал бить. Я сейчас срывать, потому что у него пагубы нету, блядь. Типа он и будет рвать пагубы, на, на последней фазе там агро мало, потому что он большого, ну, агрит. Ладно, дайте с табакой, и выйдите, босс. Этот мир вот-вот соскользнет в бездну. Вам выпала честь. Узреть начало эры разрушения! У меня нет цели. Чё, у нас только кель, что ли, остался, и всё? Да, ну да. Всё, поехали, кажется. Вам выпала честь узреть начало эры разрушения. Небеса в огне. Заложит это списку. Большого. Китос агро скинь. Большого заберешь? Да уже, блять, хуй. Надень на пол от контов большого. Я хуй знаю. Было два на пол от контов. Сейчас на броне на пуле. Нет. Вот сын перебежать не. Да я вот видишь, где сдох под, под лапы. Там уже за рейнджом был. Пока тут поднимаю луцини, луцина бед. Быстрее. Заходи. Да, заходи. Зуба. Какие зубы доценят? Бафы сразу им обновить. Опыт.
Заходите. Входим. Ты серьезно? Ты босса нормально поставить можешь? Да, нормально стою. В смысле, блядь, дыханием стоял? Ну смотри, где я умерла. Ложитесь. Мы заходим прямо в дыхание. Я умерла. Как ты можешь говорить, блядь, чтобы мы заходили, если идет дыхание? Чё с вами не то, блядь? Лет дохнет срыва агро. Заходим в портал, там, блядь, Каня. Луцин бежать не может. Рыба стоит. Ханты напулить не могут большого. Три ханта. Плюс ЛПшки. Я думаю, там агро должно быть вполне достаточно больше. Ну как на пол может быть отдан, и хан срывает. Да я понял. Нет, там правда было там на пол. Сколько было на пол? Два? Два было на пол. Я видел его только один. Вот, а третий хант, который не напылил, сорвал на это. Нурлян готов? Нурлян готов? Что с Нурлетом? Кават, спекайся в танк. Хочу. Спекайся в танк, у Карина в хила. В расках в тьме остаешься. Карина хилишься. Карина, продайте. Карина шестой, да, будет? Да. Есть саппорт у кого-нибудь? Да, у меня есть. Это кто? Япончик. Да я еще раз проверю. Сколько? Сколько? 180. Салат, Карина, плюс. Ты готов?